15. Маленькая! Сегодня у нас 15 число, а это значит, что мы отправляемся в Москву на выступление к трансформатору. А также мы посетим зал Игоря Войтенко и поснимаем для вас крутого, сочного контента. Поехали! Ребят, вот мы и добрались до нашего отеля. Сейчас должны найти, где тут вход. Заселимся и вперед на выступление. В прошлый раз мы жили где-то на окраине. Нам не хватало денег. Но уже новый уровень, новые возможности. Кажется, пронесло. Сделаем сейчас для вас обзор номера, сами увидим его в первый раз. Сейчас у нас буквально осталось 10 минут до выступления. Приступим к разминке. Царит рабочая атмосфера. Сделаем все по максимуму. Лупочки. Триду прикрылся. Кого-то простил тебе, давай. А, ясен. Один Андрюха красавец. Зелень. Авокадо бургер. Вы постоите на эту прелесть. Коровка. Слышь, Макс, ты сможешь пояснить за свой шмот? За шмот? Ну, конечно смогу. Значит, давай. Так, шарф резервит 3 евро, кофта обычная, Ну, где-то в районе пятнашки, куртка, не помню. Значит, штаны это подарок, не знаю цены. Air Max, Nike тоже подарок, значит, часы Armani. Часы Армани тоже подарок. Угу. Достойно. Андрюха, ответь за шмот, пожалуйста. За этот? Да. Блин. Это шарф. Да. Пано. 3,20. Куртка Скользи Оригинал. Она тогда обошлась мне 17 евро вроде, если не соврать. Эти джинсы Мозолли. Что за мозоли? Мозоли. 12,70. Ага. И кроссовки. Отличная реплика от Рибок. 250 рублей. Thank you.
ли вы? Решите, кто из нас победил. Пиши в комментариях, за кого ты отдаешь свой голос. Надеемся, что ушиб. Добрались наконец до зала Road to the Dream. Сейчас сделаем вам небольшой обзор, посмотрим, что здесь есть, какие снаряды, какая обстановка, какая атмосфера. И покажем свой уровень. Погнали. Вперед! Если оно вам понравилось, поставьте лайки, подпишитесь, колокольчик. И если это видео наберет 50 лайков, то мы будем очень рады. Максим будет нюхать будет Максим. Андрей, сколько вы зарабатываете? Чего? Зафиксировали. Бывали ли у вас травмы? Вы плохо готовитесь. Какого размера ваша опухоль? Да она маленькая, примерно 15. Маленькая?